Прежде всего, хотелось бы услышать, как развиваются инвестиционные проекты, которые не просто обозначены, а уже многие начаты в городе. И прежде всего, что у нас с бельмом на глазу? Это «Газпромовский» объект. Какова там ситуация? Второй – это, по-моему, иранский у нас на выезде из Минска. Кейсон? Кейсон. Кейсон. Но это вообще уже вопрос с бородой. И вот подобные проекты. На проспекте Победителей у нас, правда, построен, аккуратный стоит, с китайцами строили. С этим объектом что мы будем делать? Словом, надо принять решение. Да, нет, до свидания. Обращаем в доход государства, как это мы делали по многим объектам, которые были недостроены или заморожены. Но позволять вот такой разбой средь бела дня в центре города мы не можем. Понятно, о чем идет речь, это уже не первый разговор. Далее, Северный берег. Вы понимаете, что если бы этот объект строился, то, наверное, у нас бы даже строительных мощностей в Минске не хватило для того, чтобы его строить. Там мы должны темпы форсировать. Нам очень выгодный объект, там несколько миллиардов долларов вложений. 10 миллиардов рублей белорусских. Ну, тогда мы считали под 4 миллиарда долларов. Это, слушайте, это ну, огромнейший проект. Это можно задействовать всех наших строителей аж на пятилетку.